Абрыганская вот эта вот картошка. Овсянка, сэр. Это магия, чуваки. Если видишь артиста, у которого на обложке... Так, из желтого и прозрачного получается белое густое. Я, мне кажется, готов даже разыграть приглашение к себе домой. Когда ты пьяный, тебе скучно не бывает. Встретимся через 100 лет. Не, лучший майонез известно какой, вы же знаете. Эмульсификация. Йоинк. Есть такая традиция. Сосиска с кровью. Протовеселье до всех тиктоков и всех прочих. Всем привет, а сегодня с вами ваш любимый домашний, выращенный на хлебе, молоке и базилике выпуск подкаста «Три четверти воды». Здравствуйте, пацаны, здравствуйте. Да, здорово. Ну, привет, привет, привет. Как ваше ничего? Прекрасно, все супер, все цветет. У меня тоже все хорошо, отлично, я начал учить испанский даже более-менее. Como está? Como está? А у нас в Португалии como está? Como está? Что мне ломает голову прямо дни недели, это Segunda Feira, то есть второй день недели, и это понедельник. Потому что, ну, все начинается с воскресенья, здравствуйте, римляне, все дела, романский календарь, и поэтому, ну, как бы вот, что есть, то есть, а у нас у бедняка ломается голова, потому что, ну, как бы... Вы же слышали... Как во Франции сложно считают. О, да, там что-то четвертями, там до 100 досчитать, типа 3 по 25, типа. Типа там, чтобы 80 сказать, да, тебе надо сказать 24 раза, что-то такое. Какая-то такая очень странная штука. Я точно не знаю, но мне один француз рассказывал, что все говорят, что это сложно, а он говорит, это же французский. Ну что, а у нас самые обычные правила, как обычно, мы принесли свои любимые банки, склянки, бутылки. Видимо, в данном случае будет у меня банки, у вас что угодно. И мы пьем свое любимое пиво, мы слушаем свою любимую музыку в компании своих любимых друзей. А что, давайте, может, это не будем тут сидеть мять, а расчехлимся? Ну, еще бы у нас, да, мы втроем сегодня, значит, можно по 25 минут треки ставить. Да, всякие Эрслес и прочие. Вот будешь ставить больше Эрслес, мы будем audience лес. Так, я пью. Я сегодня пришел в мой любимый крафтовый бар Португалии, Лиссабона, Спутник. Говорю, а давайте-ка мне, я хочу только стауты сегодня пить. Но только стаутов не получилось. Ну, вернее, там были имперские стауты, много имперцев, но я что-то боюсь, потому что можно улететь, но, может быть, улетим. Я начинаю. Apex Oatmeal Stout. Вот такой вот волк. Ауф. Немножко волк сутулый, какая-то псина. Это Wicklow Wolf, Independent by Nature. Уже чувствуете, да? Ох-ох-ох-ох-ох. И у ребят, значит, Wicklow Wolf. Наша миссия — сварить exception, ну, типа превосходное пиво без компромиссов и со страстью. Независимо сварено независимыми умами. Мы локальные, и мы едины с природой. И мы варим пиво в Sustainable Way. А ребята, естественно, откуда? Это Ирландия. Ирландия, Sustainable Way. Ну, все эти, как это, базварды для маркетологов. Да-да, посмотрим. Ну, ладно, в общем, вот такая вот штука. Серёж, что ты пьешь? У меня пришла посылка из вакейшена. Я заказываю пиво ящиками. Типа с пивоварни приходит здоровый ящик, и там куча пива. Так чиповее, ну, дешевле, приятнее и больше пива. Вот, даже бокал прикупил вот такой, ну, как вам зацените, с кучей белых вот таких символов. Красиво. Симпатичный. Вот, а пью я Vacation DDH PLL с черепахой. Я как-то его выкладывал уже, рассказывал про него. Это офигенный хмелёный PLL, вот. Очень вкусный, я его знаю и расскажу еще раз про него. Красиво, красиво. Но, Сережа, мне кажется, что покупать ящиками не дешевле, потому что ты просто быстро выпьешь ящик. Про это я никогда не думал.
Да, да. Мне просто пишут на сайте, типа, цена дешевле, чем в магазе. Я такой, беру. Make sense. Все, наверное, по имени обращаются к тебе. Да. Там еще так классно все пакуют. Там, типа, знаешь, каждая банка, ну, точнее, бутылка. В основном банки заказываешь, но бутылки пакуют в еще отдельную такую картонную штуку. Очень такую... Когда разворачиваешь, короче, такой, знаешь, как будто киндер открываешь. То есть ты такой, что же там я заказал? И так потихонечку разворачиваешь, и добавляет эндорфинов, конечно же. Антон, рассказывай. Да, у меня, видишь, оно уже чуть-чуть подпотело. Кантильон, да. На самом деле... это Крик. Я только сейчас заметил, что это Крик. Я не особо люблю вишневое пиво. Я думал, о, прикольно, кантильоновский ламбик за 10 евро. Круто. Оказалось, что это Крик. Потому что, ну, кантильон такое премиальное, дорогое пиво. Там от 20-30 евро и выше могут быть, да, бутылки стоить. Ну, посмотрим, что даст нам этот ламбик. Кантильон, на самом деле, не так часто я пробовал, может быть, пару раз до этого. Кантильон — это какой-то регион или что это такое? Кантильон — это семейная пивоварня бельгийская. По-моему, название от фамилии основателя. То есть они уже больше 100 лет делают пивко и специализируются как раз на ламбиках. Еще из интересных фактов, у Кантильона есть собственный музей Гёзе. Что такое? Что значит музей Гёзе? Музей, ну, Гёзе, стиль. Ну, я понимаю, но музей, в смысле, там стоят бутылки не открытые или что это? Да, бутылки, и там, по-моему, какой-то есть бочка какая-то, в которой вообще первое пиво выстаивалось их. В 1900 году начали свое пиводелие, да, и, ну, там есть какие-то редкие коллекционные гёзы и ламбики, и, собственно, есть какие-то артефакты с их производства. Я там не был, я не знаю, может, кто-то из подписчиков был, пишите, но это то место, куда бы я хотел сходить. По-моему, вот есть такой даже список 1000 мест, которые вы обязаны посетить. Перед смертью. Перед смертью, ну, за свою жизнь. И вот этот музей входит в этот лист. Берешь, просто врываешься туда, значит, ну, вряд ли там много охраны, выпиваешь все эти ламбики суперколлекционные, можно помереть сразу просто спокойно. Ну что, может быть, чтобы честно было, кто будет первый, решит бездушная машина? Давай на свой факт. Интересно, тут помимо пробки еще и такая пробка. Вот. Двойная пробка здесь. Такая и такая. Вау. Так, ну что, давай, Сережа, ты первый, я третий, Антон второй. Трек первый ставлю. Я, как обычно, не выбрал, но... Да нет, ладно. Сережа, ты не понял. А, номер, окей. Чтобы было честно, всё, мы... хорошо. Give me a random number between 1 and 3. 2. Oh. 2. Антон, ты первый. Да. Слушайте, дайте мне секунду, я из двух выберу. Теперь в этот Gemini, в телефоне везде, его не заткнуть. Сереж, ты там выпал или что? Или пиво крепкое? Да не, задумался про трек. Я, короче, недавно снимали с чуваками дом в Брайтоне, и у владельца дома, у него повсюду его фотки на серфе развешаны. Что удивительно, в Брайтоне нет серфа, я не понял. И у него лежат по дому справочники. Я это так и называл, справочник. По факту это каталог мест... Нет, там написано так, типа «пиво в Британии и год». И я такой, странно, что это, типа, все пиво, которое есть в Британии, открываю, а там каталог пабов. И каждый год они выпускают каталог пабов, и это, сука, такая здоровенная, чуваки, книга, знаете, как телефонный справочник, помните, она реально огромная. Она еще в твердой обложке, и открываешь, и там каждый паб написан, и написано, типа, что в нем обязательно попробовать. И это не так, что у тебя, типа, на разворот паб, а это именно формат, как бы, справочника. То есть, типа, паб, адрес, название паба, адрес и какое-то короткое предложение, типа, вкусные касковые эли. И следующий. Так это 1000 мест, которые нужно посетить перед тем, как умереть. Мне кажется, там миллион, чуваки. То есть все говорят, что пабов много, но когда я увидел эту книгу, ты начинаешь ощущать, знаешь. То есть когда тебе говорят, ну это миллион людей. И ты такой, ну миллион людей. Потом тебе говорят, ну это такое количество людей, которое поместится на вот этом и на вот этом стадионе. И ты такой, о, ощутил. И вот когда говорят, ну в Британии много пабов, ты такой, ну пабов много. А потом когда ты берешь вот этот фолиант просто...
открываешь его, и там реально, типа, в 4 столбца на каждой странице, типа, мелким шрифтом написано «пап», такой, охереть, ты просто не, ну, как бы, ты не можешь ментально в этот остров поместить такое количество заведений. Ну, удивительно, короче. Ребзя, да, я определился с треком, Женя, я тебе скинул. Необычная вещь для меня, хотя я такой музыки много слушаю, но я, наверное, никогда ничего такого не ставил в подкасте. То есть это coming out? Coming out, да. Я думаю, что вы этот трек знаете и слышали. Я почему-то думаю, что Сережа точно знает. Поехали, потом объявим. Thank you.
на этот раз точно все. Бесконечность вообще очень, очень хорошо. Очень хорошо. Я обожаю их. Вы думали, я шутил про 10 минут, да? Я не знаю, что сказать, потому что как бы тут двоякое впечатление, потому что, с одной стороны, ну, средняя часть явно это джем, где не хватает вот только, знаешь, когда в джаз ты слушаешь, и там каждые 3 минуты кто-то солирует. То есть сначала гитарист солирует, он сделал соло, зрители хлопают, потом, значит, начинает клавишник. Вот. Ну и в целом это, ну, может быть скучновато. Но в целом ребят нормально качают, вот. Не знаю, мне кажется, этот трек надо вторым или третьим ставить, когда уже работает ускоренная перемотка. Когда ты пьяный, тебе скучно не бывает, ну, потому что как бы у тебя мир течет как-то быстрее, чем твой разум может его понять. Хорошо. Давайте пару слов, да, о группе. Это Simon Day. Чуваки из Британии, явно такие прихипованные, британский фанк начала 70-х, песня называется «Дав», как мыло, как голубь, песня, по-моему, как раз 70-го года. Simon Day переводится тоже с какого-то там, как наречия, как голубь, и это типа главный трек, наверное, за всю карьеру этой группы. 72-й год. 72-й, да. Вот. В общем, интересные ребята такие, супер атмосферные, на мой взгляд, классное сочетание фанкового ритма и, ну, вот соляки такие, они не типично фанковые, они скорее какие-то такие блюзовые. Чего я не ожидал, да, там типа в начале, что там типа... Ну, что-то такое на басу там бум-бум. И ты думаешь, что это минор, и что типа оно таким и будет. А потом там начинается мажор, переходят мажорные какие-то, ну ты такой, что происходит, откуда? Потом они начали какое-то это петь, и флейта, короче, тут намешано прямо куча всего. Но вначале, начало прямо такое, я думаю, сейчас что-то будет. Но оно было просто, это 72-й год, и они, если бы это был... 2007 какой-нибудь, начало было бы такое, а потом началось бы какой-нибудь джжжж. Ну да, это, кстати, классный пример, как можно без вот лишнего шреда и без лишней там скорости сделать грув. Они интересно, что до 74 года выпустили 3 альбома всего, и потом, ну, как бы ушли в закат. Потом очень много рэпаков начали использовать у себя, можно часто услышать в хип-хоп альбомах конкретно Дав трека, переиспользование только уже, знаете, как сэмплы. И очень много хип-хопа взяло их, вот особенно этот альбом и остальные два, которые были до 74-го, взяли их прям как бы за сэмплы. Потом в 2010-м они снова объединились, но ничего такого как бы грандиозного не сделали. Тоже кайфово, но не так как бы мощно, как Дав. Вот, да, крутые ребята. Давайте про пивко. Начинай, Жень, ты был первым. Давай. Я просто вот до этого рассказывал, что я пришел в бар, лучший крафтовый бар Лиссабона, «Спутник», и на кране у них был драйстаут от малоизвестной пивоварни. Я попробовал, просто вообще какая-то тела нет, ничего нет. Здесь все прямо, я не знаю насчет там sustainable и как природа пострадала. И это Apex Oatmeal Style, ну Apex это же типа хищник, да, там альфа-хищник. Ну вот, не знаю, насколько овсяный стаут можно к хищникам отнести, но он вкусный, он реально вкусный, он такой не бьет, он полнотелый, у него есть сладость, ну вот, овса, поэтому мне супер понравился такой, ну, ирландцы, блин, умеют стаут варить, поэтому баночка такая, ну, я, кстати, пивоварню, честно говоря, не очень знаю, не очень слышал, поэтому вряд ли вы ее встретите, но... Мне понравилось. Я бы поискал. Ну, у меня был vacation. Короче, у меня, раз уж Антон камин-аутит с музыкой, я буду камин-аутить. Кстати, хотел про музыку еще сказать. Момент. Вот это важный. Подчеркнуть. Я заметил, точнее, мы с Дашей заметили, с моей женой. Сколько сердец разбилось. Да, мы это вырежем. Никакой жены. Ты нам нужен как айдол корейский... Одинокий и это самое, готовый. Да, окей, хорошо, вырезаем. В общем, наблюдение.
что по музыке я больше совпадаю с Антоном. Стоп, подожди. Перепутал. Наоборот, по музыке больше совпадаю с Женей, по пиву больше совпадаю с Антоном. Но последние выпуски происходят так, что я как бы... И это, короче, такая, знаете, аксиома была в голове. Типа, музыка Антона мне тоже нравится, но, типа, вот то, что Женя приносит, мне как бы больше нравится. То, что пьет Женя, конечно, вкусно и классно, но то, что пьет Антон, я бы сам, конечно же, с удовольствием выпил. И последние выпуски происходят так, что все перемешивается вообще. И я такой, йоу. И Антон сюда приносит просто дав. Такой, песня. Типа, что просто из моего плейлиста вытащил. Я бы и сам, наверное, рано или поздно принес этих типов сюда. Вот. Наблюдение. А про пиво камин-аут такой, что я молился, пока пил российское пиво на F, а переехав, я, короче, нашел новое F, он называется Vacation, чуваки, и я заказываю здоровенные коробки у этих типов, и у них вкусно практически все, и сегодня в выпуске будет еще один Vacation от меня. Roll with it просто идеальный, типа, он... не загружает тебя своим вкусом, своим хейзинесом и хоппинесом. Он очень мягкий, его можно выпить, я думаю, пару-тройку банок. И это просто вкусный PLL. А он крепкий, потому что он двойной же, да? Не-не, в том-то и прикол, что охмеление двойное, а вот по крепости 5 вообще супер, идеально. Черепаха на скейтборде. А у меня Кантильон, Крик, 100% Ламбик Био. Еще раз этикетку показываю, чтобы если вы где-то встретите, фокусируйся, да, чтобы вы если где-то встретите такую штуку красивую, обязательно купили, обязательно, это must, это очень вкусно. Я и не думал, что пиво с вишней может быть настолько богатым. Ну, я не знаю, это неблагодарное дело описывать, да, вкус пива. Но тут как будто бы... И начал описывать, да. Тут как будто бы есть какая-то вишня такая, смоук какая-то с дымком, но дым как будто не саму вишню продымили, а косточку. Но косточку не сильно подожгли, а чуть-чуть слегка как будто вот припалили. И еще пахнет бочкой, и еще пахнет каким-то ржаным хлебом немножко. И еще это немного уксусно, потому что это ламбик и дикарь. Как будто цветами какими-то. Ну, то есть тут офигенное многообразие. Бутылка, ну, маленькая бутылка, сколько она там, 375, да? 375, трек 10 минут. И я вот даже маленькую бутылку не допил. Половину, наверное, выпил, потому что не хочется это пить быстро. И каждый новый глоток распробуешь, он открывается как-то по-новому. В общем, Кантильон топ, пиво Крик неожиданно для меня топ. Это совершенно, знаете, как есть там типа стереотип, что вишневое пиво для тех, кто не любит пиво, или там просто пришел за компанию в бар, ну, налейте уж мне там какой-нибудь бар-пруби или что-нибудь там, что все пьют. Вот. А тут вишня просто по-новому раскрылась для меня. Так что очень вкусно. Что, кстати, дорогое пиво? Десятка. 10 евро за вот эту бутылочку. За 375, да. Не, ну, так нормально, нормально. Неплохо. Для Кантильона это недорого, для среднего пива это дорого, да. Ну да, ну вообще в баре, знаешь, может пол-литра стоить дороже. Ну что, а мы закругляемся и идем к следующей части? Погнали. Ну что же, дамы и господа, мы снова с вами возвращаемся. И перед тем, как мы продолжим, не забывайте, что надо ставить лайки, вот прямо надо. Все остальные инфлюенсеры и прочие инстаграмщики говорят, ой, пожалуйста, там что-то. Ребят, ну надо ставить лайк, вот прям поставь лайк и репости, решарь, что тебе, сложно что ли? И второе, у нас есть наша замечательная карта пивная, которую можно найти вот тут, где-то там, в описаниях. И там можно посмотреть всякие разные пабы, барчики, которые мы рекомендуем. Мы с этого ничего не получаем, нам просто по кайфу пошариться, где чего прикольно есть. Да, карта шаренная, туда можно добавлять любому. Если вы знаете классное место в своем городе или там, где путешествовали и запомнили,
добавляйте, ставьте отметку. Я думаю, что многим пригодится. Да, ну, нас там в комментах спрашивают, типа, зачем, если есть Untapped? Ну, просто Untapped много всего, а тут вот такое curated, так сказать, by community. Поэтому, да, ставьте лайки, в общем, подписывайтесь, вся вот эта стандартная история, чё. И у нас второй раунд, и я ставлю музыку. У нас будет, так как сегодня у нас просто разгул 20-минутных, у меня тоже будет достаточно длинная. Но давайте к пиву. Я начинал, давай, Антон, ты начнешь. Давайте я начну. Я тоже думал, брать или не брать имперца, но раз мы сегодня втроем в дружеской обстановке и, собственно, не первый день знакомы, то сбережем друг друга, несмотря на последствия, да. Это пиво, которое я привез с собой из России для специального случая. Да, это Салденс, русский имперский стаут, бэч 20, выдержка в бурбоновых бочках, а алкоголь 12%. Да, понеслась душа в рай. Я пил из этой серии не этот бэч. Они, кстати, отличаются, да, там серия от серии. По-моему, я пил 19-й, и было круто. Посмотрим, что будет с этой бутылкой. То, что они от серии к серии разнятся, не мудрено, это же Салденс как бы. А у меня... У меня Афиуса. Афиуса, давай. Афиуса. Это португальская пивоварня. Это Indigo Milk Stout. Я к Афиусе, у меня странные ощущения от нее, потому что такого пива, чтобы... Ну, то есть... Большая часть пива от Афиусы на, ну, такую, нет совсем плохих, на двоечку, но и на пятерочку ни одного не было. Это что-то среднее между там тремя и четырьмя, ну, типа, ну, пиво, ну крафтовое пиво, но пиво, без всяких каких-то изысков. И кажется, что этим можно характеризовать всю пивную вот культуру Португалии, потому что крафтовых пивоварен 4. Что-то, ну, типа Муса, Афиуса, Дойш Корваш, и я наверняка еще кого-то забыл, ну, то есть их там ограниченное количество. И народ не делает какие-то вот эти вот салденские, дичь какую-нибудь. Все делают, ну, посмотрим. Indigo Milk Stout, тут написано, что это мягкое и крем, этот мягкий кремовый молочный стаут полон шоколадных и кофейных нот. Жень, вопрос. Обычно вот в регионах, где сильная винодельческая культура, Португалия, ну, славится на напитки и на вино, и на портвейны, и так далее, должно быть развито вот это вот пиво дикого брожения в том числе. Ничего не встречал такого. Вообще не видел. Тут очень хитрая история, на самом деле, пивоварения. То, что пиво здесь было много пивных заводов, и пиво было популярно, ну, еще в начале 20 века, и много таких разваленных пивных заводов. И казалось бы, да, но потом пришло влияние испанцев очень сильное, там, во времена Франко, и, понятно, тут Салазар был, и Португалия, мне кажется, стала сильным сателлитом Испании по вопросу всего, и по вопросу в том числе и культуры питья, и пива, и вина, поэтому и вот крафт или какие-то, ну, то есть банально есть... Понятное дело, что есть огромные Сангриш и Супербок. Это, ну, типа, самый стандартный евролагерь. Да, огромные заводы, огромные мощности. И есть супер маленькие, ну, такие маленькие крафты. Но что-то посередине, и уж тем более пиво, которое производится там десятки лет, ну, то есть какой-то с историей, почему-то нет. Я оставляю возможность того, что я дилетант и ничего не разобрался, но кажется, что все, что появилось, весь крафт, который появился, он появился там в 10-х годах каких-нибудь, в 2010-х, не, в 1910-х, и все. Ну и то есть сейчас просто нет еще вот этой культуры. Но вино есть, вина много. Так что, в общем, попробуем, что это такое. Не очень много надежд питаю, ну ладно. Сережа, а что у тебя? Опять вакейшн, небось. Не, я взял что-то еще. Короче, нашел такую... В общем, история небольшая. Я шел по каналу, и в Лондоне есть каналы, они супер узкие, там раньше гоняли всякую
ну, типа, вспомогательную историю там для разных регионов и, типа, ну, разных районов и перевозили между райончиками и еще по-разному использовали. Плюс это были как бы там торговые всякие темы, и чтобы через Лондон проходить и в разных местах останавливаться. И вот сейчас каналы облагорожены, и на берегу одного канала возле Кэмпдена я нашел вот эту пивоварню. Она называется Три Локс, типа как три замка или три скважины, я не знаю, как-то так. Внезапно ее нашел, никогда ее до этого не видел, и Лондон настолько большой, что пивоварни подписывают район, в котором они находятся, в котором они находятся. Вот я приносил чуваков из с Востока, я не помню, как там район назывался, а здесь написано прям конкретно Camden Town внизу. И это восткостовский American IPA, от вот этой вот пивоваренной компании Three Locks. Я брал у них что-то простое, мне не очень понравилось, но я взял еще домой IPA. Здесь Азака, Цитра и Чинук. Попробуем, как они сделали восткостовский стиль. Интересно, кстати, это, возможно, Three Locks не три замка, а лок — это же в том числе и шлюз. Знаешь, на реке на Темзе особенно, когда тебе надо было вверх подниматься, там были шлюзы, которые помогали, ну, лодкам подниматься. Да-да-да-да. Они, кстати, стоят прям рядышком с... Ну, нельзя это дамбой назвать, но это что-то типа как мини такая, знаешь, типа мини-дамба на канале, то есть там сводится, ну, вот шлюз, так. Да, шлюз, да, шлюз. Да, шлюз. Ну, просто типа... Если вы читали «Джером Клапка Джером», «Трое в лодке, не считая собаки», у них там про шлюзы очень много чего написано. История про «Джером Клапка Джером». Я такой, я, значит, английский, у меня бедный английский, мне нужно читать больше художественной литературы, чтобы не изъясняться как какое-то быдло, а, ну, красиво говорить, да, с эпитетами там «magnificent» и прочие «astonishing», «marvelous», да. И я такой, ну что, ну... «Джером, Клапка, Джером», ну, наверное, фильм давно-давно все смотрели, ну и книжка прикольная такая, веселая. Я думаю, сейчас я прочитаю в оригинале. Начал читать, боже мой. Когда он описывает злоключение этой троицы с собакой, все очень весело, очень просто. Ну, как бы там немножко много такой морской лексики, ну, а в целом вот эти все шлюзы, все там понятно. А потом у него что-то щелкает в башке, ну, 18 века. И он начинает описывать природу, времена вот этой Великой Хартии Вольности, 1600 год, то есть такие некрасовские, бунинские темные аллеи, да, или что-то такое, какие-то реминисценции в эту сторону. Ни хера непонятно, что там написано, там просто очень поэтично и красиво, но я этих слов вообще в жизни не видел. Это еще 18 век, да, там как бы такие слова, которые англичане-то не помнят. В общем, я... сел, начал со словарем, понял, что я каждое слово перевожу, и я такой, ну его нахер. Такой, прикинь бы, ты обогатился и в обыденной речи на английском начал там это языком 18 века изъясняться. Да-да-да, и все бы такие, типа, вот, йо, что ты сказал? Этот чел из Сибири где-то, наверное, приехал, не в обиду Сибири, учился по книжкам старинным, знаешь, там под этой, под лампочкой керосиновой. Все так, все так, все так. Ну что, и давай мы с британских туманных альбионов мы перенесемся в солнечную, кошачью, богатую котами Турцию, потому что сейчас мы будем слушать одну из моих любимейших групп. Она не называется Islandmen, ну, островитяне. Это ребята из Турции. Это ребята совмещают в себе электронщину, акустику, и конкретно эта запись их с труднопроизносимым Мухлис Берберглу, я, естественно, полностью исковеркал его имя, этот чувак играет на сазе, это такой, ну, вообще тюркский инструмент, но и он, вы сразу услышите, и это живая запись, песня называется «Каршылашмак», что, наверное, значит что-то поэтическое по-турецки. Ну, в общем, давайте мы послушаем и попробуем не танцевать, сидя на наших стульях. Thank you.
Вау. Вот такие вот ребята. Вот такая вот. Один у меня вопрос. Ты сказал, что это любимая группа. Почему мы ее первый раз слышим? Ну, мне всегда казалось, что несколько не формат, потому что у них такое, ну, то есть это не... Ну, это ближе какой-то экстатик данс, знаешь, такой транс... Транс, ну, даже не знаю, ну, это не техно, но что-то такое, какой-то фьюжн фолк. В Spotify они вообще отмечены как этник фьюжн, ну, в общем, такие. Прогрузило. Да. Слушай, был такой небольшой сумбур, знаешь, когда очень много в начале и в конце инструментов, но я думаю, это, ну, такой, знаешь, ну, как бы ожидаемый, да. Сумбур. Да. Чтобы да. А, это же лайф еще. Ну да, да, это да. Это лайф, да. И это еще трек. Ну, там, по сути, один такой часовой сет, когда все перетекает одно в другое, и они как бы его просто на песне нарезали, но в реальности он как бы одно перед. Ну, вообще, это все близко к Ecstatic Dance. Я не знаю, если вы слышали про такое. Ecstatic Dance — это танец без танца, когда. Ну, в основном это какой-то не очень быстрый BPM, и нет никаких правил, ты просто двигаешься как хочешь, и через это, ну, там есть, естественно, такая подоплёка, что это вводит тебя в такой в транс, ну и в целом вот музыка такая вот, если ты так 2 часа двигаешься под вот такие ритмы, то в целом могу понять, что это вводит в некий такой транс, расслабленное, что-то такое. Но мы этого никогда не узнаем, да, потому что у нас нет 2 свободных часов. Ну да. Найдется, рано или поздно найдется. Можно один выпуск посвятить чисто качанию. Да, чисто качанию. Вот такие вот ребята. Круто. Спасибо, что познакомил. Мне понравилось. А им веселые. У них, если видишь артиста, у которого на обложке 3 чувака лежат с котом в обнимку, то это либо турки, либо просто очень хорошие люди. Ну что, одно и то же. Началось все с 3 в лодке, не считая собаки, закончилось на коте. Короче, пиво... Вот виден класс, вот просто первый, ну, до этого я пил ирландский стаут, пускай и не отмил, ну, и не милк стаут, но, ну, как бы все равно стаут. И это тоже стаут. 2 совершенно разных стаута. У ирландского есть куча тела, есть классное послевкусие и аромат. Здесь, ну, как бы есть, да, есть шоколадные кофейные нотки, но это все как будто бы немножко, ну, бледненькое такое. Как будто бы, ну, вот не знаю, вот есть какие-нибудь Pale Stout. Есть знаменитые художники, есть их ученики. Они часто похоже рисуют, да, и ты, ну, там, есть Вазовский, его ученики. И, но если ты в отрыве от одного от другого посмотришь, такое прикольно. А если вместе поставишь, ну, сразу видно, где мастер, а где ученик. Ну, вот здесь так же. Ну, слушай, ну, с этими островными чуваками вообще гоняться по стаутам невозможно. Я же скидывал как-то в канал, что у них Ales and Stout пишется отдельно, и мне кажется, что для них стаут — это какая-то прям, знаешь, типа, очень-очень важный такой, знаешь, напиток, который годами варят, у каждого там свои тонкости и, ну, такое. Короче, это определенная планка. Ну, смотри, Афиуса, они сейчас... Чуваки начали в 2016 году. Ну, как бы, ну, сорян, но сравниться с чуваками, которые начали в 2016 году, наверное, очень сложно. Ну, при всей, как бы, при всем уважении, да, ну, вот так вот. Встретимся через 100 лет, в общем, да? Ну что, Антон, ты был вторым, что у тебя? Я честно признаюсь, что я немного разочаровался в этом пиве. Mm-hmm. Видимо, ну, как бы, как говорят классики, ваши ожидания, ваши проблемы. У этого пива есть 2 несомненных плюса. Оно сухое, не сладкое, потому что имперцы часто заходят вот в сладость. Но обратная сторона медали у этого есть. Оно как бы бестелое, потому что, видимо, все как бы съелось. И второй плюс, что алкоголь скрыт. Ну, то есть, сколько там, 12 я говорил, и не чувствуется никаких 12, разумеется. Но я выпил меньше половины бутылки маленькой, и чего больше не хочется. Оно неплохое, прям плохое, но я ожидал большего. Оно немного ореховое, это хорошо.
Оно, как я сказал, плосковатое, оно совершенно никак не воспользовалось бочкой, в которой хранилось, если это правда, если это не щепа там никакая. Ну, это обычный такой рабочий имперский стаут сухой. А, и оно слегка более карбонизировано, чем нужно, как мне кажется. Вот я уже привык к таким ровным, гладким стаутам имперским, которые просто как водичка заходят. Слушай, а давно он сварен? Слушай, это пиво, которое должно стоять, это сварено, дата розлива 12/02/24. То есть это все в феврале. Может быть, ему надо было постоять еще подольше. Может быть, ему надо было побыть в погребке немного. Ну не, я наоборот думал, знаешь, что он со временем мог что-то потерять от неправильного хранения, знаешь, как это бывает. Ну, там где-то не так. Наверное, не должен был бы успеть, да. В общем, предыдущий батч был лучше. Кстати, ты знаешь, что в семье Дениса Сальникова не могут близнецы родиться? Смешно. Но, блин, мы так много шутим над Денисом Сальниковым. На самом деле тут, ну, как бы, не поймите нас превратно, да, я очень уважаю то, что он делает. Это, ну, просто, понимаешь, это всегда над значительной фигурой в... Ну, в чем-либо, в пивоварении, или там в политике, или еще где-то всегда, ну, как бы такие. Это тема, потому что это человек, которого все знают, и все, ну, насколько я знаю, он не сильно публичен, не сильно много дает интервью и всего прочего. Мы бы с радостью увидели Дениса Сальникова здесь, чтобы раскрыть его, чтобы он выпил. У нас есть секрет. Вот у нас есть, приходят гости, и не всегда у нас легко контакт с ними. Это мы тут втроем друг друга знаем кучу лет, и мы такие. А гости, ну, разные есть люди. Есть люди более закрытые, более открытые. Но после трех пива откроется любой. Так что, в общем, секрет простой. А мы такие, ну, формат, ну, нельзя без пива. Ну, как? У нас вот такой формат уж раз. Жень, как минимум мы откроем главный секрет вообще. Пьет ли Денис Сальников пиво вообще? Большой вопрос. Ну что, Сереж? А у меня три... Я вспомнил, типа, помните этот фильм «Локс»? Как он назывался? Lock, Stocks and Two Smoking Barrels. And Two Smoking Barrels, yeah. Короче, вот у меня три локс. А что я скажу? Ну, пиво норм. Вначале было странно. Вначале было очень пенно и так, типа, никакого вкуса, ничего. Потом немножко подосел, потеплел. Стало больше запаха, стало больше еловых каких-то тем. И во вкусе появилась какая-то приятная горечь с елью и цедрой. И стало неплохо. Просто нормальное пивко, нормальный IPA, рабочий. Второй раз взял? Я бы взял второй раз, но, знаешь, как бы так, чисто попить. То есть не покайфовать, типа там поискать какие-то приятности, а вот чисто рабочее пиво просто выпил, да, под fish and chips, как Антон сказал. Под еду, кстати, не знаю, наверное, потеряется вот эта вся ель. Ну да, в целом, почему бы и нет, запить чипс и рыбку, нормас вообще. Сейчас бы съел так с удовольствием. Блин, короче, тема с fish and chips, чуваки. Все понимают, что это полное говно. Все понимают вообще. То есть это невозможно есть. Ну типа это еда, которую ты можешь есть при нескольких условиях. Ты супер сильно пьян, ты залил все к хуям кетчупом, или... Ты супер голоден, и одно из первых двух вариантов. Но почему-то все едят. Ну, типа, это фирменная еда. То есть это рыба, кебаб, которая жарится в кляре. Да, как правило, ну, чувак, кебаб — это вкусно. Хотя бы. Но тут треска или тилапия, которая жарится в кляре, в жестком, куча масла. И чипс, вот это не та картошка, знаете, которую вы привыкли к своим американским бургерам добавлять. Это типа просто абрыганская вот эта вот типа супермаркетовская картошка, очень плохая и как бы самая стрёмная картошка в мире, короче, без влаги, вот не помню, как это называется, но все это едят и типа дегидрированные, вот, да. Все это едят, и это фирменное блюдо. Местами попадаются неплохие экземпляры, но, откровенно говоря, еда отстой. Что ты скажешь про английские завтраки? Ну, кстати, завтраки норм. Завтраки вполне себе, вполне себе. То есть они везде плюс-минус норм. А ты завтрак ешь с этим, с bloody pudding? Вот с этим, с кровяной колбасой? Кстати, да, бывало, бывало.
Я, по-моему, в Шотландии ел такую колбасу. Ну, слушайте, у нас в семье готовят кровянку откровенно. Ну, типа, это, я не знаю, наверное, это из украинской кухни, короче, пришло. Из украинской традиции. Короче, готовят кровянку. Это, типа, вот эта вот сосиска с кровью и гречей. Здесь гречу, по-моему, не добавляют, здесь что-то другое. Но у нас всегда была кровянка на всякие праздники, поэтому я к этому отношусь привычно. Знаешь, что англичане добавляют в кровянку? Овсянка, сэр. Кроме шуток, они реально овсянку добавляют. Реально? То есть там кровь и овсянка? Но овсянка чисто для загустения, чтобы, ну, оно было какое-то... Чтобы оно было хотя бы, текстура какая-то была. Кровь и овсянка — это новый рассказ Конан Дойла. Честно говоря, овсянки дохера, чуваки, типа, просто море. Но это другой рассказ уже про овсянку. Когда кто-нибудь овсяный стал будет пить, я расскажу. Ну, Женя же пил в первом раунде, да. Ну, короче, ее просто много. Она всякая. Органическая, неорганическая, большая, небольшая, резаная, нерезанная, типа всех размеров, всех с разных локаций. Кто-то ест только ирландскую овсянку, кто-то ест только шотландскую, кто-то ест только британскую. Типа, вы знаете, она прям супер-супер различная. И в магаз приходишь, там вроде стоит типа овсянка, а ее типа там 40 видов. Это такой, ебать, мне бы овсянки какой-нибудь. Но я нашел свою. Моя — это ирландская органическая овсянка, не рубленная. Это я помню, как меня приезжали коллеги из Америки, и мы пошли в магазин, и что-то был какой-то типа такой... Не помню, мы почему-то пошли в Ленту или куда-то в какой-то такой гипермаркет. И они говорят: «А, Юджин, слушай, а почему у вас целая, блядь, полка майонеза?» Я такой думаю, ну вообще действительно, и там, ну натурально, майонеза стоят, полки огромные просто, несколько. А дело было в декабре, Новый год. Я говорю, понимаешь, типа, main Russian salad — это майонез, картошка, ну и все, ну по сути. Он говорит: наверное, это delicious. Я говорю, ну я бы не назвал это delicious, но как бы есть можно. И вот он говорит: а в чем различие всех этих видов майонеза? И я не понял, на самом деле, мне было трудно бы сказать. Да, ну, типа, они на самом деле все одинаковые. Не, лучший майонез известно какой, вы же знаете. Какой лучший майонез? Ну-ка. О, это очень часто. Екатеринбургский жирокомбинат, чуваки, вы что? Забыли? Это база. Это знать надо. Это база, база. Не знаю, я вот, я теперь ем майонез, ну, когда я его ем, только японский. Кипай, который, он супер майонез. Это мега-майонез, это майонез просто сами боги нам послали, японские. Боги майонеза? А мне нравится трюфельный. Переехали в Европу, подожди. Понятно. Подожди, трюфельный майонез? Ну, как там, да, там вряд ли трюфель настоящий есть. Ну, настоящий, как? Думаешь, да? Ну, знаешь, это оливковое масло добавляют, могли добавить оливковое масло, которое с трюфелем, да. Слушай, майонез же очень прост, ты берешь и сам его делаешь. Я его делал, прикинь. Да, это тема. Очень-очень. Это магия, чуваки. То есть приготовление майонеза — это магия. То есть я не ожидал, что из яйца вот как бы получится реально вот это. Как вот из желтого и прозрачного получается белое густое, да? Как называется группа, в которой играл Хой? Помните такого? Сектор Газа. Сектор Газа. Они выпустили песню про майонез. Новую? Но там явно, что майонез — это эвфемизм, метафора. Нет, нет, там эмульсификация. Это песня? Это шутка для первого пива, не для второго. Я пойду поищу. Я тоже пойду. Да нет никакой песни про эмульсификацию. И вообще Хой умер. Панки Хой. Ну просто оно ложится на песню... Демобилизация, эмульсификация тоже туда же. Ой, все надо объяснять. Короче, я заказал... Я ничего не знаю про это пиво, поэтому ничего не буду рассказывать. Я просто покажу. Я заказал это новое пиво у Vacation. Одно называется Таранаки, второе называется Айраки. Выглядит Айраки очень похоже. Айраки я пил. Ты пил Айраки? Да. Чего? Значит, меня обманули, это не супер год новое назад. Пиво. Ну, возможно, Таранаки новое, чувак. Возможно, Таранаки новое.
Но мне хочется по описанию, здесь просто внизу есть описание, у Айраки написано Hazy, Stonefruit и Hoppy. Stonefruit, я так понимаю, что там наш друг, этот супергерой, как его зовут, помните? Новозеландский хмель. Забыл, Айдахо? Нет, не Айдахо. Не этот. Айдахо. Некторон. Некторон. Проверяем, есть ли тут Некторон. Некторон, да, действительно. На Таранаке пишут, а на этом Нью-Зиланд Хопс просто написано. Айраки какая-то японская же тема, по-моему. Что-то там какие-то японские вдохновения. Айраки. Это гора, которая находится в Новой Зеландии. Айраки. И Таранаки находится там же. Давайте проверим, какой хмель вошел в Айраки. Не пишут. А нет, написано. Вакату, Матуека и Ракао. Ну все, новозеландцы. Да, ладно, нашего друга Некторона здесь нет. А в Таранаке... Что в Таранаке входит? Таранаке, я подозреваю, что такая же гора. Таранаке, соответственно, да. Таранаке еще одна гора в Новой Зеландии. Хмели, Суперделик, Матуека, Мотуека и ECH-1. Жестко. Экспериментальные, да? Давай попробуем новое. Раз уж так, тут ягоды говорят и Хейзи, Шмейзи, все дела. Таранаки, гора и соответствующий трек у меня будет сегодня в честь этой горы, который будет от группировки под названием «Гора-гора». Но я про нее больше расскажу, когда вы расскажете про свое пиво. Есть такая традиция, что уходя надо выпить лагер. Всегда пью последним что-нибудь легкое, или сидр какой-нибудь суперсухой легкий. Или лагерок. Сегодня вот так. Это Айнгер Келлербир. Кстати, пришел к необычному выводу для себя, когда я думал, а что же такое у меня за любимая пивоварня? И любимая пивоварня у меня оказалась очень простой. Айнгер. Это пиво можно пить всегда, сколько угодно, везде. Оно доступное, оно вкусное постоянно, оно не меняется. Это не крафт какой-то там ваш. Айнгер Келлербир – погребное типа пиво, которое хранится в погребе. По сути, лагерь, хель. Ну, что сказать, Айнгер есть Айнгер. Окей, у меня тоже моя любимая пивоварня, но... Несмотря на то, что она моя любимая, я не могу ее пиво пить много и каждый день. По простой одной причине, что это похьело или пыхьело. И это не просто пыхьело, а это, между прочим, пыхьело Cellar Series. Для тех, кто знает, те знают. Это, во-первых, такая восковая пробка. Да, это погребное Cellar Series. Это их самое... Ну, не лакшери, но это такое, не на каждый день пиво. Это пиво, которое выдерживается в погребах, и, в общем, оно и не дешевое. Короче, это Barrel Aged Imperial Gruit. Это что? Да, вермут и скотч-виски Barrel Aged Imperial Gruit, сваренный с натуральными эстонскими травами. Погоди, давай пояснительную бригаду. Кто такой Грюд? Это травяное пиво. Да, Грюд. Он пишется Г-Р-Ю-И-Т. Грюд. С натуральными эстонскими травами. Тут много чего тут есть. И это на вермуте, и на виске. В бочках под вермутой и виски. Это должно быть супер интересная штука. Это 13 градусов, чуваки. Ну, в общем, это сварено в 2022 году, и должно быть что-то безумное. Супер. Грюта вообще очень мало. Ну, вот я пил пару грютов от российских пивоварен, это было всегда необычно. Я впервые в жизни вообще услышал про грют. Прикинь, чувак, вот так вот. Я тоже, на самом деле, не буду выебываться и говорить, что я там знал, что это такое, но я когда вот в барчике спросил людей, ну, которые больше меня знают, они говорят, ну вот это ты точно не пробовал. И, ну, действительно, я не пробовал. Ну что, под такое пиво я могу только поставить такой трек. Группа называется MT Mountain.
что, как заметил наш коллега Евгений, переводится как «гора-гора», потому что МТ сокращение — это «гора». Вот. Это одна из моих любимых групп и, наверное, самая любимая. Я нашел ее очень давно, когда познакомился с жанром стонера в далекие 2000-е. Переехав на земли, где можно заказывать пластинки с Дискорда, легко и непринужденно, я первым делом заказал пластинку этой группы, именно с этого альбома. Альбом называется Dust, и одноименный трек Dust — это, ну, просто недосягаемая какая-то вещь. Я, мне кажется, готов даже разыграть приглашение к себе домой, чтобы послушать этот трек, потому что это просто вау. Это прикосновение к чему-то невероятному. Но мы послушаем не его, потому что его надо слушать на виниле. Мы послушаем с этого же альбома трек, который называется «Кокоти». Этот трек очень хорошо сглаживает трек «Даст» и вообще в целом весь альбом. Это сглаживающий трек, я его так называю. Вот, после «Кокоти» идет только «Аутро». В целом на альбоме 4 трека. Все как мы любим. Вот. И «Кокоти» — хороший трек, чтобы закончить, чтобы кайфануть и чтобы посмотреть на горы. Я бы так это назвал. Давайте его послушаем. Thank you.
Ну и выпуск сегодня. Ну это разъёб. Вот я пересматривал наши старые выпуски, я часто после твоих треков все же говорю, ну это разъёб, Серёж, ну это разъёб. И у меня как-то супруга моя спрашивает, а чё вот ты говоришь разъёб, в смысле, что такое разъёб? Это то, что Серёжа приносит. Да, да, это просто в Википедии написано разъёб, и там фотка Серёжи такая принёс. Не, ну классно, размазывает. А я бы, наверное, вот знаешь, вот в конце, ближе к 8-й минуте, пошел вот как бы, то, что я бы еще дожал, я бы туда еще как бы гитар впихнул, чтобы прямо просто... Тогда бы я бы этот трек принес. Ну, заметьте, ни одного соло. Это все на соло, да. Не, классные ребята, вообще прям... Супер классные, гора-гора. Я еще удивился, ну, в плане, там... Альбом надо послушать, прям рекомендую. Ты когда приедешь в гости, я тебе включу обязательно. Погуглил, что такое кокоти. И маори — это язык как раз Новой Зеландии. Внимание, новозеландских мир, привет. Означает с маори урожай. Вот. А в чешском какой-то мне свободный словарь Вики Дикшенери или Вик... Тишинери какой-то, короче, неважно. С чешского говорит, что это значит IPA. Кокочи, правда. Вот я не понимаю, я ближе к маори, наверное, на самом деле. И вообще трактовать бы кокоти не хотел, но вот то, что я нашел в интернете. Вообще кокоти звучит как грузинское слово. Кокоти. Согласен. Прикольно, ребят. Ну, австралийцы, я не знаю. Такое ощущение, что в Австралии как бы, ну, ты днем спасаешься от жары и смерти в виде насекомых и змей, а ночью ты лежишь, смотришь на звезды, и там, видимо, ближе все, и как-то вот какие-то там просто столица всего психодела, который только происходит. Видимо, там больше нечего делать. Может, это микродозы укусов пауков? Да-да-да. Ну, правда, инопланетяне, да. Есть такой чувак в Инстаграме, который ходит и ловит змей и всяких разных красивых животных. И он, когда ловит змею, он говорит «йоинг». Вот, и мне кажется, что австралийцы вечером они как раз занимаются. Была смешная история. Бывает смешная история. Я работал как-то с австралийцами, и чел мне пишет в рабочем чате в духе «Danger Noodle on my roof». Я типа off. Я такой danger noodle, чё, блядь? Да, австралийцы, у них всегда такие странные сленги. И я ему потом пишу в чате, типа, что ты имеешь в виду? Он не отвечает. Я пишу ему в личку, он мне отвечает минут через там 40. Он говорит, danger noodle, ты типа не знаешь, что это такое? Я такой, нет. Он такой, так это змея. Я такой, почему вы, блядь, ее лапшой называете? Danger Noodle, опасная лапшица. Он такой, они свисают, как лапша, постоянно повсюду. Мы типа, noodle, она же опасная, поэтому danger. Я такой, логично, но... я удивился. Вот. И всякие такие, да-да-да, у них есть темки по поводу, типа, пауков, по-моему, тоже что-то есть. Но я уже не помню. Вот ярко запомнил только про змею. Не, австралийцы это, конечно, я тоже как-то работал с австралийцами, и их сленг это что-то с чем-то, то есть у них, вот знаешь, это как будто бы, помните, знаешь, есть присказки, да, там, бери ношу по себе, чтобы не падать при ходьбе, там, муж в дверь, жена в дверь, такие, ты думаешь, типа, это дед тут, что ли, собрался на заваленке, вот австралийцы все такие, у них только вот эти вот какие-то свои присказки, ладно, enough about that. Ну что, Антон, давай, как тебе твой лагерок? Слушай, без неожиданности, но из интересного для лагера это пиво довольно сильно охмелённое, но это не та охмелённость, которую мы ждём выпить, когда прям шишками в нос, а такая цветочная, слегка цветочная, медовая. Пиво топовое, легкое. Хоть каждый день можно пить. Я думаю, все пробовали Айнгер. А это австрийцы или немцы? Нет, это немцы, это баварцы. Баварцы. Понятно. Сережа, рассказывай, как твой этот гора твоя? Таранаки, собственно, Новая Зеландия, которая рядом с Австралией как раз.
Слушайте, вы знаете, что удивительно? Я начитался, и когда открыл, я прям явно ягоды почувствовал. Такого не было ни в одном IPA, а я IPA повидал, знаете ли, на своем веку. И такая, я бы назвал это какой-то типа голубикой, что ли. Ну, какая-то такая тема, знаете. То есть такая земляная какая-то, но одновременно фруктовая, яркая и такая сочная. И вот она во вкусе прям доминирует. Вот. Возможно, это вот этот экспериментальный чел, который там что-то там с цифрой называется. Возможно, это Мотуги, либо вот этот Суперделик. Ну, короче, название хмелее одно лучше другого. Вот. А в целом такая вот супер, видите, Hazy Cloudy история. Вот это рассольчик. Очень плотная, очень алкогольная, и это чувствуется. И, ну, запах вообще, чуваки, как трек, разъеб. Прям вообще очень закачаешься. Мне не нравится. Пожалели они хмели туда, судя по, по консистенции. Консистенция, знаете, как у этих... Как помните, было такое «Деревня дураков», такой этот... они там самогон пили такого же цвета, да. Там тут по Твиттеру ходит это «Миллениалс стикер-пак», и там всякие разные вот эти миллениальские. Вот «Деревня дураков» там есть. У меня просто полный разъёб. Это какой-то... Я вам сейчас зачитаю. Я не буду хвастаться, что я знал, что такое грюит. Я просто прочитаю вам Википедию, потому что это будет интересно. Оказывается, что грюит — это травяное пиво, а также... входившая в его состав смесь трав, употреблявшихся в Западной Европе до распространения пивоварения на основе хмеля. То есть это тема травы, которые добавляли в пиво до хмеля. В состав грюита входили растительные компоненты, обладающие тонизирующим, наркотическим и афродизиакальным действием. Восковница, полынь, тысячелистник, вереск и багульник. Добавлялись также ароматические добавки и специи, состав которых мог быть совсем разный: можжевельник, смола, имбирь, тмин, анис, мускатный орех, корица и так далее. При приготовлении напитка использовался мед, то есть это прото-пиво. Термин появился в Нидерландах и Бельгии, где право на торговлю грюитом было монополией и фактически являлось налогом на пиво. Но с появлением хмеля, на который не распространялся закон, спрос на грюит как тонизирующий напиток снижался. Кроме того, хмель являлся консервантом, ну и пиво дольше хранилось. Во времена реформации грюит ассоциировался с католичеством и запрещался из религиозных соображений. То есть грюит был ну, напитком как бы католическим. К началу 16 века в германских государствах грюит запретили к производству по закону о чистоте пива. То есть это прото-пиво, которое с травами, и можно сказать, я тут вот с этим треком почувствовал какое-то вот это поган, вот это вот язычество и вот это все. То есть это прото-пиво до пива. Отвал, отвал. Просто. Так вкусно или нет? Это реально очень вкусно, и тут написано, что его нужно подавать 13-16 градусов, и я могу понять, почему написано, 12-16 градусов, потому что это какой-то рижский бальзам, только это 13 градусов, это, ну, Слушай, ну 13 градусов, я думаю, нормально тонизирует так-то. Не, он просто еще очень вкусный. То есть он тут, естественно, никакого хмеля, это действительно грюит, и все эти травы реально это какой-то рижский бальзам, ванаталин, что-то такое, ну, разбавленное, еще и имперец, и еще и, короче, чуваки, если вам когда-либо попадется вот Женя, это... Женя, купи нам по бутылочке просто и все, сходи. Да, вот это пыхило, я не знаю, это называется вирватули. Barrel Aged Imperial Grüit. У меня есть товарищ в Эстонии, я отправлю его на этот, как это называется, при пивоварне. Табром. Угу. Чтобы взять вот этот. Я бы попробовал. Короче, пыхнило, просто молодцы. И, кстати, их табром — это вот, не знаю, там можно провести... В прошлый раз, по-моему, мы говорили, что можно там провести очень много времени. Грюит впервые, да, в нашем таплисте. А у нас, ну, грюит впервые, да, грюит впервые. Пыхьело мы, по-моему, пили что-то. Пыхьело мы пили довольно много, да. Да, ну, это такая, они, не знаю, мне вот что-то импонирует. Пыхьело, они, кажется, что не следуют за каким-то мегатрендами, там, у них вот есть своя идея. Пыхьело и Пихаста классные. Маленькая Эстония, и какое вкусное пиво.
Ну что, джентльмены, мы с вами хорошо посидели, а с вами мы еще лучше посидели, поэтому что можно сказать? Надо встречаться с друзьями, нужно слушать свою... Да не нужно. Ну как бы хотите, хотите. Пейте пиво, не хотите, не пейте. Можно с друзьями встречаться и так, и сяк. Но мне кажется, что вот эти все три вещи, друзья, музыка и пиво совмещенные, есть в этом какая-то глубинная, вот как вот грует прото-пиво, так и это какое-то прото-веселье до всех тиктоков и всех прочих вещей. Поэтому было приятно, подписывайтесь, ставьте лайки. Естественно, мы вас тоже, комменты там, что хотите, делайте просто, пейте то, что хотите, и будьте счастливы. Всем peace and love. Пока-пока.